переводе с малазийского означает «шипы» или «колючки». Уникальность дуриана в неповторимом сочетании его вкуса и запаха. Сочная мякоть напоминает клубнику со сливками с привкусом орехов. А вот пахнет растение так, что в некоторых отелях и учреждениях Шри-Ланки существует специальный знак – дуриан, перечеркнутый красной чертой. Это означает, что вход с этим фруктом запрещен. Ведь даже после того, как плод съедят, в комнате остается такой аромат наоборот, что его долгое время не удается выветрить никакими косметическими средствами. Ад снаружи, рай внутри. Так характеризует дуриан в Азии. Мякоть зрелых плодов, считающуюся деликатесом, употребляют в свежем виде. Эту густую сливочную массу едят руками, надломив фрукт по швам и вынув мякоть с семенем из камеры. Или же ложкой, надрезав ножом скорлупу камеры. Из мякоти плодов готовят мороженое. Ее также добавляют в торты, конфеты и другую пищу. Чтобы избавиться от дурного запаха, мякоть на сутки погружают в молоко кокосовой пальмы. В Индонезии из дуриана готовят соус с мятой, которым заправляют рис. После 5 дней жития в бунгало в 20 метрах от океанских волн мы, как привыкшие к цивилизации, решили переехать в более привычный номер и сделали это абсолютно бесплатно. Номер располагался на 2-м этаже восстановленного после цунами и обновленного корпуса. Еще одна изюминка отдыха на Шри-Ланке – это возможность прикоснуться к таинствам аюрведы. Слово «аюрведа» в переводе означает «наука о жизни». Аюрведческое лечение на Шри-Ланке не только предупреждает и лечит заболевания, но еще и контролирует психологическое состояние человека. Аюрведа существует около 3000 лет. Самое большое преимущество этой системы в том, что она не имеет каких-либо побочных эффектов. Возможно, во многом благодаря ей ланкийцы считаются очень здоровой нацией. Средняя продолжительность жизни здесь достаточно высокая даже по европейским понятиям – 71 год. Хотя сами ланкийцы своего завидного долголетия не замечают, ведь время здесь течет совсем не так, как у нас. На Шри-Ланке оно измеряется не часами и минутами, а, например, муссонами. Стандартная процедура аюрведы включает в себя 15-минутный гроб на травах, затем сухую парную, после чего 30-минутную ванну с настоем трав и цветов. Стоимость этого комплекса процедур в среднем составляет $25. Считается, что самые сладкие ананасы выращивают именно на Шри-Ланке. Правда, сами островитяне едят их, щедро посыпав солью и острым перцем чили. И теперь мы точно знаем, что ананасы растут не на деревьях. Мы побывали на Шри-Ланке.